Здравствуйте, назовите, пожалуйста, три песни, я постараюсь вам спеть одну из них. Если нет, то даю 100 рублей. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. А все, сотка моя. Вот, смотри, достаю. С днем рождения. Все видели, я положила в карман деньги, все видели, это не постанова. Сейчас самое сложное время, но... Не плачь, прошу. А вы оставите свои номера? 8, 9? 4. Ага. 2. Вот любой блогер желает хотя бы раз в своей жизни попасть в тренды. Давайте осуществим мою мечту. Просто любите, не любите мое творчество. Влепите лайк этому видео, напишите комментарий от души. И возможно мы попадем в тренды совместными усилиями. Меня зовут Раиль Арсланов, это Хижина Музыканта. Сегодня буду петь на улице любые песни на заказ прохожих. И если мне это не удастся, я буду им платить 100 рублей. Вы сейчас увидите, что это довольно весело. Всякого рода контингент людей встречается на улице Баумана, это подобие Арбата в Москве. Ну и если мы набираем 15 тысяч лайков, я выпускаю московский выпуск, в котором мы уже подходим к московским людям. В общем, так что дерзайте и приятного просмотра. Девчонки, привет! Назовите три песни, я спою вам одну из них, любую, какая у вас там в голове есть. У меня сейчас в наушниках играет «Папин Олимпос». Ага, давай. Все. Темно-оранжевый закат на фоне потресканных домов. Ты так хотела рассказать ему, насколько тяжело. Ты так хотела показать ему прокуренный балкон. У него слезы на глазах, а у него целый горизонт. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держусь. Отлично. Хорошего дня. Спасибо. До свидания. Че, я сегодня всезнающий, что ли? Все песни знаю. Девчонки, привет. Назовите три песни, постараюсь для вас спеть. Пусть будет «Цой кукушка». «Цой кукушка»? Опять? Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Вот так. Спасибо большое. Хорошего дня. Взаимно. Прям. Здравствуйте, назовите, пожалуйста, три песни. Я постараюсь вам спеть одну из них. Так, какие так, в голове есть? Снимает, да? Я сегодня в духе. Все четко так, выглядит. Сейчас. Вот сейчас я вам скажу. Давайте юность. Юность? Да. Ну давайте. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Спасибо, хорошего дня вам. Спасибо. До свидания. Девчонки, привет. Назовите три любые песни, постараюсь их спеть для вас. Мы бы назвали, но мы очень сильно опаздываем. Три любые, ну одну любую. Знаю, не знаю, и все. Что в голове есть? Люби меня, люби. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби. Не улетай. Или не исчезай. Не исчезай. Я умоляю. Люби меня, люби. Спасибо. Хорошего дня вам. У нас есть Инстаграм. Инстаграм есть. Раиль Арсланов. Как и вчера, сегодняшняя самая популярная песня — это группы «Добро», «Юность». Я себя чувствую пиар-менеджером группы.
Они сейчас катаются по гастролям, там что-то интервью дают, а я здесь по Казани хожу. То есть они тоже отсюда, если вы не знали, у нас есть совместное видео, оно вылетает в подсказках. Они тоже отсюда, и получается, я хожу и пиарю их песни. Но не тут-то было, я свои тоже буду петь сегодня. В прошлом выпуске меня просили сыграть «Астрономию» на гитаре, но так как я играю данную вещь только на баяне, пришлось отказать. Но ничего, сейчас благодаря приложению Тимбро мы разучим данную мелодию. Поехали! Все получилось. Теперь, если меня попросят сыграть данную вещь, то я легко это сделаю. Если и вы хотите поюзать приложение для гитаристов Тимбро, ссылочку оставлю в описании. Приложение работает как на айфоне, так и на андроиде, так что скачивайте и пользуйтесь, а мы продолжаем. Добрый день, молодой человек. Давайте Привет. Пройдем запрос. Минута времени, ничего сложного. Давайте. Как вас зовут? Раиль. Сколько вам лет? 25 лет. Номер кредитной карты. И CV-код на обратном стороне. Электронными деньгами, кошельками пользуетесь? Да. Что такое биткоин, слышали? Да. Уже страшно. Стой, теперь мы задаем вам. Вставай тоже сюда. Давайте. Добрый день, можно пройти соцопрос? Можно. Да, на знание треков русского хип-хопа, попа и жопа. В общем, понял, принял, обработал, давайте. Назовите три песни, я спою одну из них. Если не пою, 100 рублей даю вам. Рауф и Фаик, не забывай. Рауф и Фаик, твоя любимая есть одна. Ну, я чисто не забываю, не знаю. Дальше. Тифест, одно я знал. Они сейчас заработают. Они заработают, наверное. Дальше. Тифест. Стой. Как ты сказал? Тифест. Тифест, одно я знал. Нет, у Тифеста я только, ну, когда-то знал. Тифест, давай вещества. Фаик, любое песня. Нет, зачем? Ты дура, мы должны сотку выиграть. Тифест, вещества. Нет. А все. Все. А все. Сотка моя. Вот, смотри, достаю. Не поддельная. Все, покупайте там что-нибудь. Вы из банка же какого-нибудь? Нет, у нас финансовая фирма. Все видели, я положила в карман деньги. Все видели, это не постанова. Что, продиктуйте свои номера тоже? 8-9-39. Да? Я не ем, конечно, я за подождите, мы этот видео записываем. Можете назвать три любые песни. Я спою одну из них. Давай юность, коржа. Ой, коржа. И ставочка. Если не смогу, то плачу 100 рублей. А, ты коржа назвала? Да. Какую песню? Шантаж. Давайте, потому что уже знаете, Юну сколько раз тут просили. Шантаж лучше. Поехали? Я нет. Костюм на стиль, обнимай живот и мир. Деньги валятся из карт, надо душу отвести. Хочется и отдохнуть, в красоте или в мишню. Только что без лишних лаков. Не переживай, лови. Дымится на столе шантаж. Тлеет на столе шантаж. Все ляды, все, что захотим отдашь. Все, что захотим отдашь. Но тлеет на столе шантаж. Тлеет на столе шантаж. Все любви. Все, что захотим отдать. Все, что захотим отдать. Сивишка, спасибо. Сань, подписывайтесь на нас. А, вы что, этот фанаты Макс Корна? Да, да. Все, мои фанаты тоже теперь. Ну, получается, да. Поделитесь номером. Номером телефона. А, у тебя типа парень есть? Сам Макс Кор. Давай свой. Диктуй, пожалуйста. Есть номер? Нет, 2-7-9-0-4. А, я тут. Рита Движ, Коржа. Казань. Казань. Девчонки, привет. Приставать не собираюсь. Назовите три песни, спою одну из них. Любая в голове. Там Корж, Мияги, что там есть, Баста. Что поют вообще под гитару, может? Песни вылетели. Подошел и все забыл. Да, любую. Чё, да, любую. На мой вкус? Да. Я могу? Давай. Спою вообще свою тогда? Давай.
Может, вы ее слышали? Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Снова плачешь, не твоя вина. Слышали, что ли? Да, что-то знакомое, да, очень красиво. Давай, а вы оставите свои номера? Хочешь, оставлю. Хочу. Это для формата. Говори. Раиль, Арслан, Раил. Че, давайте номер. Диктуйте. Бартер. Бартер. Вы местные? Да, уже да. Уже да. Студентки? Да. Как зовут? Камила. Камила, а тебя? Елена. Елена, очень приятно. Спасибо. Хорошего дня тогда. Тебе тоже, улыбайся чаще. Спасибо, давайте, пока. Спасибо за песню. Чё ещё пел, забыл уже? Не влюбляйся. А, да. Девчонки, привет. Назовите три любые песни, спою одну из них. Не знаю. Я денег не прошу, просто назовите любую песню. Чистый видос. Ну, подожди уж, куда ты? Я не знаю, не знаю. Что в голове есть? Я тоже не знаю. Вообще нет песни? Вот я о чем мы там пели? Комету, Кадиллак, Юность, Медлячок. Поболел и прошло. Поболел, прошло? Давай. Ты не поешь ее сама? Нет. Да, просто постой. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой, как на рану сыпать соль. Ведь ранил меня стрельбой. Все, спасибо, очень хорошего красиво. Дня. Спасибо. Ой, девчонки, привет. Назовите три песни, я одну из них спою. Денег не требуем, просто видео снимаем. Сейчас. Совещание? А, вон там золотой человечек идет. Да. Кензу не знаю я. Нет. Еще две попытки. Давай Нирвану. Ну, петь-то я ее не буду, сыграть-то могу. А как еще играется? Вот, смотри. Чуть не подав. Давай еще одну песню. Давай Элвиса Пресли. Вот это запросы. А, вы ракешницы. Мы фанатки ретро, мы такие чуть-чуть самые пидовки. А, ну я знал ретро-песни когда-то, что вылетали они все. Нервы. Нервы? Ну вот уж другое дело, да? Нервы. Сейчас вспоминаем каталог, крутим, какие там песни. Кофе мой друг, музыка мой драйв, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь, пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Все, видите, как просто. Спасибо, хорошего дня. Мне тоже, давайте. Привет, девчонки. Играем в игру, короче, называйте три песни, и одну из них я точно спою. Если нет, то даю 100 рублей. Только не надо меня топить, пожалуйста, я тоже не миллионер пока что. Давай Квин сыграем. Кого? Квин,
Крид? Крид, что ли? Нет. Его заказ. Его заказ запомним, только я Крид тоже давно не пел. Вот что поют? Они песню заказывают. Сильно монатик. Сильно монатик? Не знаю, мы такую песню дальше. Пить и курить. Хэнси? Да. У Хэнси я только поболел и прошло, знаю. И что, третья попытка? Ну почему Агунда? Я, луна не знает пути, но летит. Все мимо, да. Ну все, я как обещал, 100 рублей даю вам, раз не смог спеть. Это 500, это не вам. Это нам дорогу. Вот, 100 рублей заработали, честно. Спасибо, до свидания. Девчонки, привет. Назовите три песни, я спою одну из них. Ой. Районы, кварталы. Ну подождите, давайте спою. Мне не надо платить, вы чё? Я сам вам заплачу, если надо. Давайте, мы просто снимаем интересное видео. Вы назвали песню «Районы, кварталы», да? Да. Все, спою вам «Районы, кварталы» и ничего больше не требую. И, да. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Спасибо за заказ, хорошего дня. Спасибо. Деньги. А, вот. Я понял, почему они боялись нас все это время. Они думали, что... Они закажут песню, я им спою, и они потребуют денег. Точнее, мы потребуем денег. Как это делают вот зебры. Типа они фоткаются такие, на веселе подходят, а потом просят денег. Надо в первую очередь говорить, что денег не просим. Девчонки, привет. Снимаем интересное видео. Назовите три песни. Одну из них я точно спою. Сейчас слушайте. Извините, нет. А что вы такие жилые? Сама красивые, а жилые. Сейчас никогда не буду. Нет. Сейчас никогда не буду. Да, так вот. Давай. Какие песни? Любую песню? Да, три, любые, современные. Почему не смогу? Надо, чтобы смог. А если не смогу, да, 100 рублей даю вам. У нас такая игра. Ну, надо этот. Современный? Да. Сейчас надо прям сказать, чтобы они... Помучили? По курсу они, конечно, легко. Почему за весь период съемки никто там батарейку не называл, да? Какие там выходы нет, вот эти знаменитые песни, что-то у всех стран. Знаете песню Макса Коржа «Тепло»? А там тепло. Вот такая? Есть земля, где который год, люди так ждут хороших погод. Тучами покрыто небес полотно, было по-другому, но так было давно. Старый мудрец солнце забрал, чтобы проблем никто не знал, чтобы порядок был, но перебор. Люди кричат с тех пор: отдай тепло, отдай тепло. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Отдай тепло, отдай тепло. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Мы выиграли! Как вас зовут? Эльвира. Шикарно выглядите. Это... Хижина музыкант на Ютубе, а в Инстаграме Раиль Арсланов меня зовут. Все, спасибо, до свидания, хорошего дня. Здорово, парни. Да, подождите, сначала нужно записать видео. Назовите три любые песни, и из них я пою одну. Если не пою, то я вам 100 рублей. Да. Топить не надо, английские не нужны. Давай, Федука, хлопья влетят вверх. Давай. Откуда ты взялась? Классные шорты, выше джинсы лилась. Простой макияж, пахнешь как первый ландыш. Тебя не буду срывать. Откуда ты взялась? О, пахнешь как первый ландыш. Тебя не буду срывать. Спасибо.
Это, в общем, концовка нашего видео. Вы попали в самую концовку. Канал «Хижина музыканта». Заходите, смотрите себя через пару недель. Да, постановы вообще не было на самом деле. Мы сегодня все вживую записывали, как и в принципе всегда. Пробуем новый контент. Ребята, если вам нравится, покажите это лайками, комментариями. Это был город Казань. Как она называется? «Хижина музыканта». До скорых встреч. Пока. Вы что, отдыхаете? Да. 660 тысяч.